Итак, всем приветики, вы на канале Катин Ютуб. И сегодня я буду оценивать уровни в Tower of Hell. Итак, погнали. Итак, вот этому фиолетовому уровню я ставлю, конечно же, 10 из 10, он супер легкий. Так, идем дальше. Коричневому ставлю где-то, ну, тоже 10, потому что он легкий. Вот, дальше красный. Ему я уже поставлю 8, потому что он, как бы сказать, он за него можно зацепиться, правда. Дальше. А, ой, господи, я чуть не упала. Так, прыг, прыгу. Я еще не знаю пока, что поставлю этому уровню. Хотя нет, ребят, вот этому уровню я могу поставить смело 5 из 10, потому что тут маленький квадратик, это первое. Второе, вот эта вот башня, за нее еще больше можно зацепиться. Ну и последнее тоже не очень. Он еще не закончился. Вот, это просто ужасный уровень, я не хочу бы в такой играть. Вот, снижаю ему оценку, просто 3. Так, следующий. Ну, этому уровню я поставлю где-то примерно 6 из 10, потому что, да, мне он не очень нравится. Там тоненькие полосочки. О, господи, ну вообще, что может быть лучше? Ну, это же я, Карина, ну, что еще может быть? Погнали. Так, голубой уровень. Я ему ставлю... ну, давайте пройдем сначала, посмотрим. Так, проходим. Блин, господи, такие палочки. Итак, я уже даже думаю, что этому уровню можно поставить. Я ставлю ему 7. Смело 7, по-моему. Дальше. Это мой самый нелюбимый уровень, ребят. Я не очень люблю вот этот уровень, чисто этот. Мне он не нравится, это ужасно. Это ужасный уровень, пожалуйста, уберите меня отсюда. Ну ладно, все, я ему ставлю 4 из 10, это явно. Вы думаете, что он легкий, но нет, он не легкий. И вот эти вот и исчезновения, вот и при, ну, вот этих кубиков, треугольников, я тоже просто ненавижу. Я смело могу ставить 2 из 10, мне он не нравится. Идем дальше. Так, этот уровень мне также не очень нравится, но поставлю ему 8. В принципе, прикольный. Вот этот уровень я могу поставить 6. Так, ну тут одни лазеры просто, ребят, посмотрите, очень сложно. Переходы таких, это ужас. Так, идем дальше. Так, мы уже на фиолетовом. Итак, давайте проходим, проходим. Ну, он легенький, я ему поставлю где-то, ну, явно 9 из 10. И почему я снизила 1 балл? Только потому что... Только просто потому, что он немножко, немножко, вот лазеры меня смущают. Если бы не было лазеров, то я бы и 10 поставила. Идем дальше. Так, этому желтенькому я обожаю вот такие вот уровни. Конечно, не люблю, когда двигается, но все равно поставлю 10. И дальше розовый. Розовый, он супер легкий, ребят. Я не хочу не терять ни одной секунды, потому что он супер легкий. Я могу его пройти. Итак, прошли. 10 ему. Дальше поднимаемся на синий уровень. Ждем. Итак, вот, вот этому уровню я могу поставить где-то 8. Вы сейчас скажете, почему? Да это же одной звезды заслуживает. Но мне он нравится, ребят. Ну, не то чтобы очень сильный, но он прикольный. Да, он сложный, но прикольный. Дальше. Давайте так. Идем вот сюда, вот. И потом, вот это усложнение, то так усложняется, то так и то так. Ну, кстати, вот перепрыгивать так через стеночку я люблю, а вверх нет. Хотя я и умею и вверх, и, то есть, боком, но мне больше нравится через стеночку. Вот, идем дальше. Так, поднялись на красный. И, по-моему, с самого начала, ребят, я уже знаю эти все уровни, но просто оцениваю их. Ну, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!